Вы вот собак упомянули, я вспомнил об акции в январе 2010 года, когда вы подписали письмо, обратились к властям с предложением о введении поста уполномоченных по правам животных. Было такое? Было. Или это, мало ли, может, и не было, может, как с эпиграммой. У нас же в программе есть такая традиция, мы... Это тоже, кстати, одна из традиций. Да. Мы пристраиваем кошек бездомных зрителям. То есть вот его зовут Ёжик, как ни странно. Его зовут Ёжик, и мы скажем, что Ёжик пообщался с Гафтом. Гафт почитал ему эпиграмму, и его капитализация неимоверно возрастет. А Куклачев не берет? Он сам отбирает. У Куклачева, конечно, там всех не возьмет. Видите, он куда-то пытается сразу убежать. Он у нас скромный. Так что вот это была за акция, и почему вы в эту историю вписались? Почему там Макаревич, допустим, подписал или Камбуров? Понимаете, какое дело? Когда говорят в защиту животных, то не надо говорить, кто это, чего и как. Это надо подписывать. Во-первых, потому что ничего из этого не будет. Это, во-первых, ты знаешь, сколько раз подписывал. Отпустим? Отпускайте. Так, хорошо. Он будет лежать. Кот. Я кошкам Куклачева написал, знаешь что? Нет. Нет, кошку никому не подчинить. Она не поддается дрессировке. И тайной независимости нить не ухватить в загадочной головке. Но иногда расщедрится сама и сделает кошачье одолжение. Чтоб дрессировщик не сошел с ума, все выполнит без капли унижения. Вот это... Точно, абсолютно. Вот это кошка. Точно про характер этого животного. У вас... Очень хорошая кошка, замечательная. У вас были животные? Были. В детстве? В детстве не было. Так, а когда же были? И какие животные? У меня были животные. Есть, каюсь, грехи. Моя жена, первая, Алена, Елена Дмитриевна, из Иргина. Она каждый день приносила кого-нибудь. Голубя с оторванной ногой, это помню, с крыльями, кошек несчастных, которые делали все на пол. Птицы, собачки. Мы жили в одной комнате. Теперь я вспоминаю это. Это было тяжело, понимаете, когда ты идешь к столу, и рядом с тобой кошка пьет чай. Любили до такой степени, что кошки вместе ели, вместе гуляли, спали вместе, понимаете. Алена очень любила животных и сейчас любит. Я помню, что я это не очень любил, когда так много. Когда голубь над тобой летает и какает на тебя, когда кошки писают на пол, это не очень хорошо пахнет. Но, тем не менее, сейчас я вспоминаю об этом рае. Потом я, понимаете, были собаки, была собака чудная у Оленьки. Вот их это... нельзя не любить, вы понимаете? Нет, ну, есть разные форматы. Бывает, что не любят, бывает даже... Кошки что... бывают вредные. Я помню, это было очень давно. Мне понравился один человек, это женщина, я был у нее дома в гостях. Перестал к ней ходить, потому что кошка, когда я садился в кресло, она находила пути, чтобы расцарапать, броситься. Да. Кошка преградила путь, я забыл эту дорогу. Это кошки, вот вам, пожалуйста. Ну, кошки, это животные изумия. Я сейчас снялся в одной картине, которая предновогодняя. Там две собаки изумительно сняты, потрясающие. Собак разъединяют. Одна собака улетает в Англию, в Лондон, другая остается здесь, оторвется к ней, находит пути, не находит. Вот. И я там тоже читал свое стихотворение о собаках. Хотите, прочитаю? Да, конечно, маленькое. Хочу. Оно уже в картине, поэтому... Отчего так предан пес и в любви своей бескраен, но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин. От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица, я теперь за всем слежу, чтоб как пес... не ошибиться. Гениально.
Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».